casa, aqui no mundo, existe, né? Nossa, eu sou triste, grampeado. Современные разводы отражают большую разницу между китайской и западной культурами, включая официальные демократические языковые. Но и в Азии, и в Европе брак должен быть итогом продуманного решения, серьезного и ответственного отношения друг к другу. Еще один не менее важный момент – это так называемое личное пространство. Обычно ситуация такова, что после свадьбы стороны почти не оставляют друг другу личного пространства. И даже наоборот, многие думают, что если оставляешь второй половинки ее пространство, значит мало любишь. И это такой традиционный взгляд, типичная логика. Именно следствием такого подхода становится недостаток уважения. Уровни культуры, конечно, в современном обществе право на личную жизнь и личное пространство надо укреплять. США.